Всем привет, Сарват. Сегодня я научу замечательному другу, такому другу, как... Вы сами видели, да? Я делаю, как бы, колонны, только центральный шарик ходит по восьмерке, вот так вот. Вот так вот он ходит. Вот, давайте еще раз покажу. Вы видели, да? Да. Как же он делает? Сначала вы делаете просто колонны. Дальше, что вам потребуется для того, чтобы сделать колонны? Сначала берете, подкидываете шарики вот так вот. Потом вот так вот. Потом один тут. Учитесь вот так вот. Жонглировать одной рукой. Колонны. Вот. Вы научились жонглировать колонны. Дальше. Просто жонглируйте колонны двумя. И в тот момент, когда шарик вылетает справа, вы выкидываете второй. Вот так. Теперь, как делать восьмерки? Я, когда только увидел, сразу повторил. Вот, вы делаете колонны. А потом просто закидываете их. Ну вот такой вот друг был, с вами был Ад, всем пока!